деньги взять. Еще надо позвонить. Пошел отсюда. В Нижнем Тагиле у подъезда обычной с виду пятиэтажки на Газетной 30 дама далеко за бальзаковского возраста палкой прогоняла со двора мужика с дорожной сумкой. То ли опостылевшего сожителя, то ли опротивившего зятя, а может и молодого мужа, после загула, вернувшегося домой. По словам очевидцев, шумные семейные разборки с отборной матершиной, от которой у соседей уши вяли, продолжались больше 2 часов. И когда, наконец, все стихло, народ вздохнул с облегчением. Как оказалось, зря. В финале этой трагикомедии суровая тагильская мадам от бранных слов перешла к делу и бейсбольной битой била мужика. В этот момент утомленные житейской склокой жильцы дома вызвали скорую, дрочливую, и, судя по голосу, сильно пьющую даму забрали санитары, а кавалер вернулся в дом. Стучал во все двери, просился переночевать. Но добрые самаритяне мужика послали подальше, и он, утомленный разборками, улегся спать на лавочке возле подъезда. Житель дома, снимавший семейные разборки на мобилу, больше всего сокрушался по поводу того, что эта склока с битьем происходила на глазах детей. Да уж, ничего не скажешь. В Нижнем Тагиле порой кое-где семейные отношения упали ниже уровня асфальта.